Здравствуйте, друзья! Прекрасная погода, мороз минус 15, я на лыжах. Ко всему прочему, у меня еще день рождения сегодня, поэтому я делаю все, что захочу, а хочу я кататься на лыжах. И поскольку мне уже исполнилось 62 года, и я хотела такую тему затронуть, как быстротечность времени. И я здесь остановилась по двум причинам. Во-первых, я нашла следы волка. Давайте я вам их покажу. Вот он шел, волчок, серенький бочок. Вот такие следочки цепочкой, но крупные. Вот они, волчьи следы. Где-то он тут гулял, шел один. А вторая причина, почему я вот тут остановилась, это вот эти сосенки. Молоденькие, казалось бы, такие ничем не примечательные. Но я, когда гуляю в этих местах, я сразу вспоминаю, как быстро бежит время. Потому что я еще помню этот лес, когда он был вот побольше, чем эти сосны. Сильно побольше, он уже был спелый. А вот эти сосенки, которые я вам сейчас показываю, они были совсем молоденькие. Маленькие. Ну, чуть побольше, чем вот эти. Потом этот лес вырубили. Я помню его, когда здесь были пни. Потом посадили маленькие-маленькие сосны. Даже не посадили, а посеяли. Они были совсем крошечные, такие незаметные. И сейчас вот смотрите, какие-то уже деревья молодые, но это деревья. Прошло уже лет 20, а то и 25. С тех пор, как здесь был большой сосновый лес. Ну вот, пошлите по этой замечательной снежной тропе. И поговорим о старости. О чем еще говорить в 62 года? Ну, потому что, согласитесь, как угодно это можно называть, можно говорить, что там душа молода, что это вообще не возраст, что возраста не существует, ну и прочее, прочее. Но это все, конечно же, самоуспокоение. И даже вот смотрите, любой социологический опрос или какие-нибудь даже распределения благ социальных или еще что-то, где требуется градация по возрастам, начинается от самых юных, дальше, и потом 60+, то есть 60+, дальше уже все. Ну и называется это старость, как бы мы сами не хотели назвать это как-то по-другому. Но, с другой стороны, мое глубокое убеждение, что какой бы ни был возраст, хоть да, лучшие годы остались позади, но это вовсе не причина печалиться, рвать на себе оставшиеся волосы и впадать в уныние, потому что это все равно не поможет, так стоит ли этим заниматься. Когда-то, когда я была помоложе, но уже возраст шел вперед и вперед, я так думала, ну да, вот когда будут у меня там морщины, все это, я обязательно сделаю подтяжку, я накалю там, где надо, ботоксом, какие-то там лазерные дела, что можно убирать следы времени. Но, к счастью, когда пришло это время, когда появились морщинки и все остальные следы, с возрастом-то к нам приходит не только старость, к нам приходит мудрость. И мне как-то, ну, не захотелось заниматься такой ерундой, как пластическая хирургия, там, как назвать это, как косметические улучшения своего тела. Потому что это не, во-первых, это на время, если бы это было один раз сделал и все, и навеки 18-летний, ну да, конечно. А так, ну что, через пару лет опять все то же самое. Мало того, это вредно для здоровья.
А с возрастом у нас еще что приходит? У нас приходит забота о собственном здоровье, которое тоже начинает как-то непонятно уменьшаться. И мне просто это даже и не захотелось. Мне как-то, ну, перестало быть интересным, что ли, там, смотреть на каждую морщинку, пытаться как-то ее там ликвидировать. А вот что мне в самом деле захотелось, это захотелось именно быть здоровой. Конечно, это всем хочется, не всегда получается. Но вот именно такая физическая активность для меня стала гораздо более привлекательна. Я всегда любила двигаться, я никогда не была особо неподвижной. Но вот сейчас для меня это гораздо важнее, чем внешние проявления. Да, конечно, к сожалению, нету прямого такого следствия, что чем больше двигаешься, тем больше живешь. Хотя, если брать в общем, вот есть же статистика, те люди, которые ведут активный образ жизни, в общем, у них продолжительность жизни больше. Но это, если так брать статистику, большую массу людей. А для каждого конкретного человека это отнюдь неоднозначно. Это мы все прекрасно понимаем. Как-то несколько лет тому назад в социальных сетях, в частности в Одноклассниках, ходила такая сентенция, такая банальность, которая так красиво звучала. Это было что-то... Если бы вы знали, как много друзей, ведущих здоровый образ жизни, я похоронила. Вот так вот. Но это не нравится. Мне это изречение никогда не нравилось. И хоть оно по сути верно, здоровый образ жизни отнюдь не значит стопроцентное увеличение срока жизни. И я тоже знаю людей, знала людей, которые вели очень здоровый образ жизни, очень активный. Потом вдруг раз, отрывался тромб, или случалась какая-то смертельная болезнь, и все, и жизнь кончалась. Да, то, что человек много движется, отнюдь не значит стопроцентно, что он будет долго жить. Это только повышает шансы на долгую жизнь, здоровую, не больше. Но, тем не менее, шансы-то повышает. Но что для меня? Я стараюсь больше двигаться. Не потому даже, что я надеюсь долго жить и все такое, а просто потому, что мне это нравится. Это просто вот к счастью, потому что если человек занимается, ну, таким здоровым образом жизни просто по принуждению, ему это не нравится, ну, это, конечно, тяжело. И я прекрасно понимаю таких людей, потому что кроме здорового образа жизни в смысле активности, есть же еще здоровый образ жизни в смысле питания. А я очень люблю сладкое. Но я люблю сладкое. И мне трудно от этого отказываться. Но надо. Но надо. Поэтому я могу понять всех людей, которые, ну вот, не любят они ходить на лыжах, ездить верхом. А надо. Потому что мы же не хотим провести остаток своей жизни неуклюжими холестериновыми комочками. Ух, как там здорово. Солнце, солнце. Ну вот, такие вот у меня рассуждения. Ну да, все мы стараемся бежать от старости и прекрасно понимаем, что это невозможно. Сколько бы я тут ни ходила, я знаю, что все равно, в конце концов, я проиграю. Все равно старость меня нагонит. Но меня это, ну, честно скажу, не очень-то печалит. Это жизнь, это естественное течение жизни. Ну и когда-нибудь, да, придет время, когда я уже не смогу ходить на лыжах, ездить верхом. Это при условии, что все будет хорошо. Потому что, как я уже только что говорила, и как говорили умные люди, классик в частности, не то страшно, что человек смертен, а бывает, что смертен внезапно. Так что, если даже будет все-все хорошо, ну, я когда-нибудь просто уже не смогу ходить на лыжах, ездить на лошади. Значит, я займусь чем-то другим. Например, я
очень хочу начать заниматься вязанием. Сейчас у меня как-то, не получается. Ну вот, а с вами я попрощаюсь. Можете меня поздравить, 62 года, ура! А вам пожелаю, чтобы у вас жизнь была хорошая здесь и сейчас, а не когда-то там за голубыми горизонтами. Всем самого доброго и до свидания.